выступаем в 2003-2004 годом мальчиками, да, на первенство города Москвы. Вот. Сегодня это завершающий матч. Вот. Мы в данном турнире занимаем 4-е место. Ну, считаю, что для первого выступления на Москву это совсем неплохо. Командные соревнования, которые все игроки здесь уже друг друга знают. А Москва и область дает ребятам уверенность в себе, сил прибавляет, опыт колоссальный. Видели, да, что много упущенных моментов. Считаю, что это, наверное, бич такой определенной команды «Динамо», что мы не реализуем те моменты, которые у нас и это есть. Соперник это предложил как бы силовую игру, мы, соответственно, в это включились, а сами понимаете, когда много единоборств, а ты болен, еще что-то, то есть тебе не хватает. Даем ребятам волю, да, чтобы они сами импровизировали за счет своих технических, это возможность и понимание игры. Но, тем не менее, говорим, накладываем тоже за тактические какие-то это задачи, схемы те же самые, это рисунок. Планшет все время тренера под рукой.
хватило коллективных действий. Свалились в индивидуальную игру, много брали на себя, тащили. И когда нужно было отдавать передачи, к сожалению, эти передачи не доходили до адресата, либо вообще не были отданы. Обучаем, ставим школу, вот, технику обращения света с мячом. И после на это накладываем командную игру. Вот. Сейчас, кстати, как раз вот та стадия, когда мы уже технически готовы, да, осталось теперь научиться передачам в движении.